15 февраля Центр охраны материнства и детства в Сургуте начнет проходить госэкспертизу. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он рассказал, что по вентиляции и отоплению на объекте серьезных замечаний нет. Готовность клиники 97-99%. Фактически, по словам Вадима Шувалова, специалистам осталось смонтировать оборудование, и больницу можно вводить в эксплуатацию. Площадь Центра охраны материнства и детства 80 тысяч квадратных метров. Возводят объект по программе государственно-частного партнерства. Трудиться здесь будут около 3000 специалистов. Рассчитан новый центр на 10 тысяч родов в год. Оборудуют учреждение по последнему слову техники.